четверг в Самарской области будет пасмурная погода, практически везде пройдет дождь. Температура воздуха днем 7-10 градусов выше 0, ночью плюс 5, плюс 6. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем плюс 9 градусов, ночью плюс 6. Ветер юго-западный, скорость 9 метров в секунду. В Тольятти небо в тучах, пройдет дождь. Днем плюс 9, ночью 5 градусов выше 0. Юго-западный ветер 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь. Дневная температура плюс 8 градусов, ночью плюс 5. Ветер юго-западного направления 7 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 39%, геомагнитное поле неустойчивое. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.